Normal. Туман сегодня. В общем, всем здрасте. Едем сеять, досевать. Надеюсь, сегодня мы закончим сев. Досеем, там остались кулаки, в общем. И довезем сеялку, поставим. Сегодня, я не знаю, сегодня, скорее всего, не успею ее помыть, просто хотя бы сегодня закончить сеять и поставить сеялку, все. А завтра уже, завтра у нас будет суббота, сегодня, кстати, у нас пятница, завтра будет суббота, завтра будем мыть сеялку, мыть трактор, поставим все это дело и будем переходить обратно на Кировец. Хотя по погоде передают дожди. Если будут дожди, будем заниматься ремонтом. Потому что ремонт тоже вот накопилось на тракторе, то там течет, то там надо подделать. И потом пахота. Пахота. Вот, а сейчас пока едем в поле. Я не знаю, Николай уже засыпался или нет с семенами. Или у него что вчера осталось. Будем досевать. Ну, короче, едем. Как в кино. Суй палец. Да, это капец, конечно. Сейчас вот. Видите следы? Здесь стоял КамАЗ наш, не успел отъехать просто от дороги, а вот здесь уже посеяно. Ехали два внедорожника, Mitsubishi и еще какой-то. Короче, они вообще даже не остановились, ничего там, не спросили, там, по какому полю лучше объехать. Хотя им показывали, что вот тут объехали, да и все. Нет, вырулили прям по посеянному, по барабану вообще. Я просто офигеваю на людей. Я даже камеру не успел заснять, и вот их следы. О, блин, куда катится мир? Не знаю. Блин, а туман, он сильнее становится. Вообще. Если я КамАЗ хорошо видел, то сейчас туман есть. Я надеюсь, из этого тумана не полезут никакие монстры, как в каком-нибудь фильме ужасов. Творит, туман такой. Знаете, что такси?
как? Да? А я думал, что какие-нибудь пауки полезут гигантские из этого тумана. Погнали! Но это поле, которое вот только вот только разделали. Тут успели только вспахать и продисковать. Ну еще вот закультивировали, не знаю, раза два. Все, посевная подходит к концу, сейчас практически почистил сеялку уже, ну чтоб там уж совсем ничего не было, да? И собираем бороны и едем на базу. 714 закончил тоже сев, вот, и я заканчиваю. Ну и собственно все, на базу приедем, сейчас время уже 5 час. Пока доеду, пока туда-сюда, сегодня, скорее всего, уже помыть не успею. Но там посмотрим, конечно. А завтра помоем, поставим. В общем, такие дела. Ладно, сейчас дочищаю и погнали. Так, сейчас донцы совсем откроем, чтобы оттуда все высыпалось. Ну вот, и приводные цепи снял. Все, теперь можно ехать. Соседний колхоз что-то даже тюки свои не забирает. Тот половину тюка сожрал. Траву скосили. Меня часто спрашивают, а у вас что там, ППК или как, ну как это делать сейчас, модные названия этих фермерских хозяйств. А для меня все это колхоз и совхоз. Как были они, так и остались. Название изменили, а нет. А вот ты говоришь. Ты все покончил? Да. А ты? А я моюсь. Все, да, тоже закончил.